Дамы и господа, Джулс. Туалетное отношение туда. Становимся в ковре тройками. Итак, дамы и господа, Джулс устроен так же, как и русская кадриль. Куплеты на ваш выбор. Гранд Ром. Мулины всех восьми дам. Мулины четырех кавалеров. Променад тройками по кругу и так далее. Припев, я сейчас напомню. Припев общий. Боковые тройки поднимают руки бороться. Дамы главных троек сразу просто обходят ближайшую даму-соседку, которая держит бороться, внутри бороться, и ложится в свое место. А кавалеры главные делают друг с другом, но заодно. Давайте попробуем. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, три, два, три. Точнее, на восемь, так. А потом, наоборот, главные тройки делают бороться, а проходят боковые. Сделали. На восемь, да. Следующая фигура приплева – это главные тройки обходят за спиной боковые, идет правая дама. Боковые могут немножко сблизиться, чтобы пропустить. Поменялись главные. На 8 танков, а так аналогично поменялись боковые. Правая дама идет. И последняя фигура приплева. Мулине. Три половина мулине, главные тройки. Далеко не едь, а просто вернуться на свое место. И раз, два, три, четыре. И на месте делаем. 5, 6, 7. И половина мулине боковых троек. И раз, два, три, два, три, четыре. И на месте делаем. 5.